Больше всего туроператоров из КНР заинтересовала санаторно-курортная база Сочи. Сегодня двусторонние планы направлены на то, чтобы организовать так называемые лечебные туры, в ходе которых туристы из Китая смогут не только насладиться красотами, но и поправить свое здоровье. Мы тоже очень хотим, чтобы организовать наших китайских пожилых людей на отдых и лечение в Сочи. Мы хорошо знаем, что сейчас санатории Россия занимает очень важное место. Мы сравниваем, что санатории Россия гораздо лучше, чем у нас в Китае. Особое внимание китайские операторы уделяют лечению людей с расстройствами аутистического спектра. Одна из инновационных методик – дельфинотерапия, которую проводят в дельфинарии Лазаревского района. Также китайских туристов интересуют различные программы оздоровления в самых крупных санаториях и лечебницах, в числе которых, например, есть знаменитая Мацеста. Что касается сочинской стороны, то у города уже налажена плотная связь с КНР. Администрация города совместно с предприятиями и туроператорами нашего города делаем рекламную поддержку и презентационные туры в городе Чэнду. То есть пока мы работаем с этим рынком. Но с учетом того, что появился интерес у туроператоров Пекина и Шанхая, я думаю, что мы начнем работу и в том направлении. Сегодня одна из главных задач – это открыть прямые перелеты и подготовить гидов-переводчиков, чтобы сделать туристическое сотрудничество как можно более комфортным. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.